Приветствую вас, дорогой новичок. С вами Лилия Донскова, и это второе видео по работе в Инстаграм. И сейчас мы с вами будем учиться, как создавать странички и наполнять их. Итак, приступаем. Берете первую почту, которую вы создали, и открываете новую вкладку. Новую вкладку пишите Инстаграм. Все, одно слово. Открываете первую же предложенную вам ссылку. И здесь вам предлагается пройти регистрацию. Вписываете в электронный адрес, вставляете тот, который вы взяли, скопировали. Здесь вы пишете свое имя и фамилия. А вам предлагают логин сразу, автоматически. Вы его не берете. Сейчас, минутку, почта перескочила. Логин вы придумываете сами, делайте короткий, емкий, чтобы его легко было запомнить и записать. Например, я пишу еще и под цифрой. Пароль можно сделать везде одинаковый. Желательно делать везде одинаковый, чтобы вы не путались. То есть вы вставили первую почту, имя, фамилия, придумали логин. Например, берете свою фамилию на английском языке, пишите 01. Следующий у вас аккаунт будет, например, Донскова 02, 03. У меня просто их уже много, поэтому я для примера, да, показываю, чтобы это реально прошел такой логин. Придумываете пароль, который вы будете одинаковый везде ставить. Все заполнили. Если крестики нигде не появились, значит все окей. Нажимаете «Продолжить». Ждем, когда обработается. То, что у нас открылось, мы закрываем. Идем в почту. Открываем почту. И вы видите, что вам пришло письмо. Подтвердите электронный адрес. Открываете. Проматываете чуть вниз и нажимаете кнопочку «Подтвердить ваш электронный адрес». Вы можете здесь остаться или перейти вот сюда, где вы были. То есть здесь разницы никакой нет. Если вы остаетесь здесь, то что вам нужно сделать? Можете сразу нажать кнопку «Редактировать профиль». Здесь веб-сайт пока никакой не указываете. О себе вы пишете что-то короткое, емкое. Например, «Люблю свою семью». Чуть ниже проматываетесь, пол указываете женский, нажимаете «Отправить», профиль сохранен. Теперь поднимаетесь вверх, нажимаете на человечка с правой стороны. Вот вы видите, что появилось у вас статус «Люблю свою семью». А здесь же можно добавить фото профиля. То есть у вас на компьютере есть уже загруженные фотографии. Вы берете, открываете, нажимаете на этот кружочек, выбираете «Загрузить фото». Выбираете фотографию у себя на компьютере, какая у вас есть фотография. Где я одна найду? Иногда бывает, что фотография не загружается, тогда сделайте это прямо с телефона. Вот видите, что-то не пошло, фотография не загрузилась. Сейчас попробую обновить. Нет, не загрузилась, значит, потом с телефона сделаете. Что вы еще делаете сразу же в первый день? Смотрите, как делаю я расскажу. Я выхожу отсюда, из этого профиля, и захожу в него с телефона. Еще мы не сделали с вами одну важную вещь. То есть нужно скопировать и сразу же в нашу табличку добавить логин. Логин. И пароль, который вы придумали. То есть вы сюда вписываете. Я вписывать не буду, да, чтобы не афишировать свой пароль. То есть вы должны себе написать, чтобы не потеряться. То есть вы знаете, что к этой почте привязан именно этот аккаунт, никакой другой. Дата создания. Пишите сегодняшнюю дату. Поздравляю, кстати, пришло 10 октября.
написали дату создания. Дата нужна обязательно, напоминаю вам, чтобы вы знали, когда истечет 5 дней. То есть 6 октября можно будет уже с этого аккаунта рекрутировать. Далее вы выходите из аккаунта здесь и заходите на телефоне. Добавляете там фотографию профиля, добавляете всего две фотки. Две любые, семейные, с ребенком, где вы на природе, какой-то обстановке. Фотографии должны быть красивые, реальные, ваши любимые. То есть не надо добавлять какую-то фигню, которая заведомо, да, там, ну, за нее там стыдно или она не понравится людям. То есть никаких там фотографий эротического характера или с сигаретами, с бутылками пива или с рюмкой. Такие фотографии запрещены. Изначально привыкайте себя позиционировать как яркую, интересную личность, которая будет притягивать к себе людей. Что вы можете делать также с компьютером? Смотрите, важная фишка, прям запишите себе. Если вы находитесь в аккаунте на компьютере и на телефоне, одновременно находиться нельзя. То есть вы сначала выходите отсюда, нажав вот на эти три точки, выходите, потом заходите на телефоне. Если вы не выйдете и зайдете и на телефоне сразу, то ваш аккаунт заблокируют. Это первое. Второе. Вы можете с компьютера за один день создавать 5-6 профилей новых, 5-6 аккаунтов с интервалом минимум час. Если вы будете работать только с телефона, то за один день вы можете создавать только 2 аккаунта, желательно делать интервал побольше. То есть, например, один сделали утром, один вечером. Больше 2 не делайте, вас заблокируют. С компьютером можно много, с интервалом час. Чуть больше часа. Далее, фотографии. Вот, например, создали вы сразу 5 аккаунтов за один день. Вам на них нужно добавить фото профиля, желательно везде разные, и по 2 фотографии. Ребят, не больше, 2 фотки. И на каждом аккаунте должны быть разные фотографии. Например, ну вот здесь вот у нас есть какие-то фотографии. Представим, что это ваши. Вы, допустим, на первый аккаунт добавили апельсины и море. На второй аккаунт добавили вот эту фотку и с собачкой. На третий с кактусами, с ребенком. На четвертую вот с какими-то там с пальмами, с небом и с цветами. И так далее. Завтра вы зашли на аккаунты. На первый вы можете добавить вот эту с фоткой, с собачкой. На вторую вы добавляете апельсины, море. То есть вы миксуете, чтобы у вас не было в один день повторов фотографий. То есть это я вам сейчас рассказала, как делать по-простому, да, с телефона, вы если добавляете фотографии. А в следующем видео вы посмотрите, как добавлять фотографии через специальную программку Instap. Далее, что вы еще делаете? Вот первые 5 дней, пока проходит страничка модерацию, каждый день вы добавляете только 2 фотографии на каждую страницу и по 50 подписчиков. Подписчиков можно добавлять прямо с компьютера. Я вам сейчас покажу, как это делать с компьютера или с телефона, как вам удобнее. Итак, поехали. Наверху вы видите поиск лупы и вбиваете сюда какого-нибудь знаменитого артиста, например, Лазарев. Лазарев Сергей. Вы видите, да, что это реальная страничка, более 1,6 миллионов подписчиков, да, много публикаций, то есть это реальная страничка. То есть что вы делаете? Подписывайтесь. То есть вам за эти дни, 5 дней модерации, нужно будет набрать примерно 100 подписчиков, чтобы на вас подписались. Поэтому, чтобы на вас подписывались, это могут быть точно такие же онлайнщики, как вы, или интернет-магазины. Ради бога, пусть будут. Главное взять количество, чтобы когда вы вышли в рекрутинг, в работу, у вас было примерно 100 подписчиков. То есть у вас будет 10 публикаций и 100 ваших подписчиков. Что вы делаете? Вот смотрите, вам тут же рекомендуемые выходят. Вы можете нажимать, только считайте. То есть Лазарев был первый. Считаем 2, 3, 4, 5,
6, двигаемся дальше. 7, 8, 9, 10. Немножко тут передвинулись. 11, 12, 13. Да, и так далее. То есть вы или таким образом набираете подписчиков, или нажимаете вот сюда, где написано 1,6 миллиона. Проматываете чуть вниз. И идете снизу вверх. Выбираете желательно женщин без каких-то там предложений работы. Вы должны примерно видеть, что, например, это реальная девушка Светлана. И фотка, да? Нажимаете подписаться. Листаете вверх, видите фотку, подписаться. Желательно на женщин. Подписаться, подписаться. Всегда считаете. То есть, чтобы у вас было не более 50. Лучше остановитесь. 47, 48. И остановитесь, не делайте больше. Это вот два способа, да, как набрать подписчиков, я вам показала. Сразу предупреждаю, то есть давайте вспомним последовательность действий. То есть вы создали аккаунт, установили статус себе, поставили женский пол, то есть заполнили профиль по минимуму, добавили фотографию профиля и или с телефона, или с программки Instap добавили две фотографии. Далее вы добавляете подписчиков, то есть через поиск вы нажимаете сюда какого-то артиста, добавляете 50 подписчиков, вернее, подписываете на 50 человек и выходите из аккаунта примерно минут через 5. То есть вы останавливаетесь 5 минут, ничего не делаете, потом нажимаете вот на эти точки, 3 точки, нажимаете выйти, и он вам предлагает сделать новую регистрацию. Да, то есть вы отвлекаетесь, то есть примерно час между оформлениями аккаунтов. Также заходите в табличку, берете следующую почту. Я сейчас немножко нарушу правила, сразу вам покажу, как это делать. Вводите имя, фамилию, вы уже пишете немножечко другую, например, просто Лиля Донскова. Здесь вы пишете тот же самый логин, только меняете цифру. Вот 26 мы меняем, 27. Тот же самый пароль. Какой был. Видим, что красного крестика нет. Нажимаем продолжить. Да, ну, я поторопилась, поэтому он меня не пускает. То есть еще раз, да, предупреждаю, что час лучше выдержать, чтобы не было проблем. То есть вы сделаете это все, аккаунт, логин копируете, себе в табличку вставляете следующий логин, указываете дату создания, то же самое, пароль у вас везде будет один и тот же, и проделываете все те же самые действия. Наполняете аккаунт и выходите с него. Вы только завтра в него опять зайдете, чтобы добавить две фотографии и 50 подписчиков. И это вы делаете в течение 5 дней. После того, как 5 дней пройдет, вы выходите на рекрутинг, но это уже в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока.